В Ульяновске собираются запускать новый бренд по производству мягкой детской мебели. Выпуском займется местная фабрика «Кучина», которой в этом году исполняется 15 лет. Компания поставляет кухонные гарнитуры практически во все регионы страны. 5 лет назад здесь занялись производством мебели для детей, благодаря чему сейчас фабрика входит в топ-10 лучших производителей шкафов и рабочих столов для детей в России. Планы на сегодняшний день — мы запускаем новый бренд для детской мебели, мягкой мебели мы запускаем. Уже в этом году? Да, мы в этом году ее запускаем. Сейчас мы оформляем площадку позади нас, новые 2 гектара земли. И будем строить еще один корпус на 6 тысяч квадратных метров. В 2020 году на производстве полностью обновили парк оборудования. В начале этого года запустили новый цех по производству детской мебели. Объем инвестиций составил 200 миллионов рублей. В новый цех трудоустроились 100 человек. Ознакомился с работой фабрики Алексей Русских. Качество изделий ощупал, а у сотрудников интересовался заработной платой. Как, кстати, у вас зарплаты? Спасибо. Поговорил глава региона и с работниками Ульяновского многофункционального центра для бизнеса. В Ульяновской области первыми в стране сформировали систему поддержки предпринимателей в одном окне. Сегодня в регионе зарегистрировано больше 43 тысяч индивидуальных предпринимателей и свыше 11 тысяч самозанятых. Рената Алиулова, Герман Баранов, Улправда ТВ.